Что ж, всем привет! Я Анил Леодос, или Амель, кто кому как угодно. И сегодня я вам покажу спидран замечательной игры Slime Ranch. Дело в том, что у этой игры есть одна неприятная фишечка. Дело в том, что она полностью завязана на рандоме. Ну, не полностью, но многие части этой игры завязаны именно на рандоме. Поэтому, чтобы мне сильнее везло, я буду использовать... Повезло. Ладно, я буду использовать читы. Без шуток. Ну, точнее, я надеюсь, что не буду использовать читы. Но они у меня есть. Если мне вдруг сильно не повезет, и это будет 100% руина, я... Возможно, использую, типа... Я попытаюсь использовать все супер-сейвовые страты. В принципе, мне должно хватить времени для того, чтобы сделать супер-сейвовый ран. Я очень надеюсь, что мне не придется использовать читы, потому что... Ну, игра любит зажать рандомом. Я начинаю, поэтому я нажимаю кнопочку. И это еще не начало. Начало у нас, когда мы получаем контрол. Поэтому я скажу время, когда начнется время. Отлично. Да, здесь чуть-чуть сюжета есть. И время. Так, начинаем мы с того, что берем две морковки. И, ну, вообще там их три, но я случайно взял только две. Бывает. Рандом. Так, для начала мы собираем здесь 10 морковок. Ой, 10, 20 морковок и 10 пугофруктов. На деревьях они спавнятся в небольшом рандомном количестве. Мне это нужно для того, чтобы покормить одного горда. Который вон он. И я могу заранее начать него кидать. Отвечу на вопрос многих людей, которые играли в эту игру и не знают, что ее можно пройти. Да, ее можно пройти. Так. Я на всякий случай ломаю ящик, с него могут выпасть 100 монеток. Это очень сильно поможет мне, потому что по игре мы будем накапливать немного денег. Цыплята не нужны, мне нужен слайм. Да, сделать небольшой скипотик. Эту гору можно. Мне не повезло. Довольно сложный скип. Его можно вообще на скорость делать, но на скорость у меня редко получается, поэтому я использую такую более сейвовую страту, если так можно ее назвать. Хотя она по факту особо ничего не сейвит. Кому какая разница. Так вот, про сюжет. Дело в том, что сюжет игры заключается в том, что нам нужно открыть 5 дверей. Буквально весь сюжет игры это то, что мы открываем 5 дверей, и типа игра считается проигрышной. Но на самом деле мы открываем 6 дверей, только одна из них сюжетно важная. То есть мы можем спокойно открыть любые 5 дверей, которые есть в игре, и одну сюжетно важную. И все. Типа, можно так пройти игру. Звучит странно, но на самом деле все намного сложнее. Так, мне здесь дико не везет, мне выпадают только 2 мятных фрукта и ни одного медового слайма. Это не крутая игра. Мне нужны 4 медового лорта. А, ну и тут мне, конечно, 2 медовых слайма выпадают, да. После чего мне нужны 4 бабах слайма, и их что-то здесь нету, это не очень круто, мне может не повезти. И мне нужен еще один этная манга. Так. Один? Что? Игра? Мне еще никогда такой плохой рандом не выпадал. Блин, вот оно. Окей, это очень плохой рандом. Мне нужен еще один бабах. Без шуток. Пожалуйста. Окей, я попробую с тремя. Это, я знаю, что это безумие пытаться с тремя сделать. Я говорил, что в этой игре очень много рандома.
Я использую одну целевую тактику. Я надеюсь, мне очень сильно повезет. Я захожу в дом, пропускаю день, но прежде всего, я также читаю почту. Читаю почту я для того, чтобы продвинуться по сюжету. Я сплю немного больше дней. Обычно мы спим 2 дня. И моя тактика не сработала, ладно. Попробуем другую тактику. Нам нужны вот эти вот штуки, которые производят вот эти огненные чуваки. И они ее производят, когда едят мятные фрукты. Это их любимая еда. Мятная манго. Это их любимая еда, поэтому они производят прям их очень много. Так, я собрал 20-20. И я еще пропущу 2 дня. Это снова перезапустят. То есть они снова заспавнят кучу этих... Как они называются? Лордов? Но дело в том, что... Ой, мне с ценой повезло. 69! Вау! 54! Вау! Меня почти хватило! Лол! Лол, да свалить ты нахрен! Извиняюсь за свое выражение, но это очень... Это... Мне просто супер повезло. Это, наверное, одна из самых лучших цен, которая только может быть. Мне нужно здесь заработать 530. Но сейчас так может получиться, что я могу... Ау. Ладно, мне повезло, но, к сожалению, я забыл одну вещь. Мне сюда надо посадить деревья. Я забыл клубнику. Я... очень извиняюсь. Я чуть-чуть разволновался. Я забыл клубнику. Мне нужны их 2. Я... В этом... Я забыл клубнику. Боже. Ну ладно, хоть с этим повезло. Что-то хорошее. Так. Как перестать смеяться? О, я честно впервые забываю про клубнику. Ладно, надо купить обновление. Мы покупаем ранец, спаги, энергоблок и отсек увеличенный отсек. Так, вот это мне не нужно. Ой, игра. Мне нужно чуть-чуть больше. Да. Ладно, продолжим. Теперь мы набираем мятная манго и клубничка. Далее мы подбираем здесь морковку. Нам нужна одна морковка. Дело в том, что нам нужен один определенный плод. Это делается для того, чтобы открыть одни ворота. Вот все, что я вот сейчас делаю, это собираю ресурсы для одних ворот. Так, я спускаюсь сюда, выкидываю... Вот это мне нужно. Выкидываю морковку, и этот чувак начинает идти... Когда слайм начинает идти подбирать эту морковку. Потому что морковку он может съесть. Он травоядный, ему нравится морковка, все такое. Ну, вы понимаете. Дальше я кормлю этих фотонных чуваков. Собираю некоторое количество. Мне, в принципе, нужен вообще вот этот лорд. И мне пару этих чуваков нужны. Я возвращаюсь на локацию. И теперь... Если мне повезет, а мне повезет. О, господи, почему мне повезло? Почему я косячу, но мне везет? Я еще взял мятный плорт. Он мне тоже нужен для того, чтобы продвинуться по сюжету. Точнее, открыть, ну, ворота, понятное дело. Ну и также продвинуться по сюжету. Здесь уже открыты ворота. В принципе, по факту, мы их могли даже не открывать. Ну, если так подумать логически. То есть зачем нам открывать ворота, если мы их можем пропустить? Но если мы их пропускаем, то нам все равно нужно открыть 5 ворот. Поэтому мы просто их открыли для того, чтобы у нас в сумме
это были одни ворота, чтобы мы не тратили время на какие-то еще другие. Это вторые ворота, которые мы открываем. И мы начинаем расставлять плорты. Сюда идет мятный плорт. Сюда идет фосфорный. И туда идет колючий. Не знаю, я не успел прочитать, как он называется. Так, пока мы бежим, я собираю пару слаймов, потому что мне нужно будет немножечко там себя забустить. И с помощью слаймов это, в принципе, можно сделать. То есть я уже это показывал, в этом ничего не сложного нету, просто стреляем чуть-чуть в стену. Кстати, я здесь еще есть мятные фрукты. Можно их подобрать. И пол ради. И мы начинаем медового города кормить. Да. Подбираем ключ обязательно, потому что иногда можно забыть взять этот ключ, и это, ну, не очень хорошо. И пока я нахожусь на кауте, я поворачиваюсь к двери, чтобы когда я проснулся, я мог снова зайти в дверь. Чуть позже, может быть, после раны, я покажу, зачем это нужно. Да, я скажу по-другому. Точнее, расскажу, почему нам это надо. Дело в том, что если мы так не сделаем, то у нас случится баг. Если мы в состоянии сна, вне дома, начнем вдруг заходить в дом. Дело в том, что день не скипнется, но при этом мы сможем снова скипнуть день. Вроде бы это звучит прикольно. Кстати, мне не очень везет. У меня мало фруктов заспавнилось. Надо будет еще раз поспать. Прям что-то как-то преступно мало заспавнилось, на самом деле. Вот такого мне количества за глаза хватит. Если мы поспим, то мы сломаем игру. Мы станем почему-то полубессмертным. Буст не получился, ну ладно. И так сойдет. Когда мы становимся полубессмертным, мы перестаем тонуть в воде. Абсолютно. Вроде звучит прикольно. Но это глич. А мы раним гличилось. И плюс зачем-то разработчики, я не знаю честно, зачем разработчики сделали так, но они не пофиксили этот баг. Они просто сделали, что теперь под водой нет коллизий. Раньше, если мы... А, блин, здесь нет морковки. И нужна морковка. Потому что у меня одни фрукты, а там будет слайм, который ест только овощи. Вот, не повезло. Ну, не получилось, точнее. Ой, ты как туда улетел? Как ты здесь оказался? Давай, убей меня еще. Так. Так, по-моему, благо он эту фигню тоже ест. Мне нужен здесь радиоактивный слайм. Вот он, кстати говоря. Так, ждем, пока он выйдет из КД. Вроде он вышел из КД. Нет, ты... Зачем? Зачем ты съел? Дайте что-нибудь. Ой, здесь есть морковь. Жри. Куда ты падаешь? Да, мне нужен радиоактивный плорт. Все под контролем. Я пока что использовал читы один раз, но сейчас мне, может, придется использовать их еще раз. Благо, нет, не придется. Иногда вот этот чувачок может все подпортить очень сильно. Запрыгиваем. И он может случайно съесть слайма. Если здесь в игре один слайм ест другого слайма, он становится
злым слаймом. И это типа не очень круто. И вот этот чувак очень любит пожрать кого-нибудь. По-моему, я на практике два рана, по-моему, загубил чисто из-за того, что этот чувак решил похавать неуместных ему слаймов. Блин. Портит мне этот все слайм. Так, главное, чтобы он медовый слайм был. Да. Так, Итак, мы открываем эти ворота, и это первый и последний сюжетный ворота, который мы должны открыть по сюжету. Потому что в ту локацию, которая находится дальше, она закрыта, пока мы не открыли вот эти ворота. Мы их открываем, и мы попадаем в эту локацию. Открываем здесь дверь. На самом деле мы ее открываем не просто так. А мы решаем, ну, такую мини-головоломку, которая находится на локации. Так, попробую. И не получилось. Он очень так слабо подкидывает иногда. Иногда он сильно подкидывает, но... Я это делаю для того, чтобы не выполнить один трюк. Я на всякий случай, кстати, набахаю себе энергию. Нет. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ладно, мне этого хватит, чтобы просто залететь. Иначе я бы здесь паркурил очень сильно, и я не хочу паркурить. Я тоже подэкономлю себе здесь энергию, потому что спокойно можно попасть в пропасть, это будет не очень красиво. Я, конечно, не умру, потому что у меня есть щит. Ай, дверь забыл открыть. Да. Здесь нажимаем еще вот эту кнопку, и мы открываем дверь. Квантовый горба любит немножко другой фрукт, но фармить этот фрукт довольно долго. Поэтому мы просто перекармливаем его фруктами. Потому что он может есть фрукты. Я ломаю ящики с надеждой на то, что мне выпадет что-нибудь интересненькое. По-моему, они уже сделали нормально так. Квантовый. Да. Мне не нужна курица. Мне нужны квантовые слаймы. Побольше. Может, да. Вот столько мне точно хватит. А, я, по-моему, кстати, уже не успеваю снимать, как я вижу. Ну, понадеемся. Я вроде много дней скипнул, поэтому мне титры будут быстрые. И мы открываем еще одну дверь. И, как вы знаете, это четвертая дверь. Если не считать ту, которая... Молчи! Косой! Двойне косой, последний. Так, мы открываем портал. И переносимся в другое измерение. На самом деле не измерение, это просто остров, которая находится очень далеко. Но не важно. Да ладно! Ты шутишь? Я уже думал, я не залезу. Меня слайм очень плохо пробустили. И это последний города, которого мы кормим, для того, чтобы получить последний ключ, для того, чтобы открыть последнюю дверь. Так. Все. Я, кстати говоря, мог... У меня 800 монет, я мог купить себе банку энергии, что очень сильно бы меня ускорило, но я забыл. Что-то я много забываю. Клубнику забыл. Банку забыл. Короче, если не успеваю всему, и дарю еще 10 сабок, пофиг. Я как бы уже 12 подарил, могу еще 10 оформить.
Даже с его вот здесь прыгнем на всякий случай. Я просто смотрю на свой таймер и понимаю, в какой я близости. У меня буквально есть... Ну, я, скорее всего, на пару секунд сломаю все-таки, мне кажется. Читаем последнее сообщение, которое есть в игре. И возвращаемся обратно. Теперь нам нужно получить несколько сообщений. И если мы получим... И должно прийти особенное сообщение. Когда приходит особенное сообщение, после него появляются титры. То есть, ну, видно, что почти все сообщения приходят под конец дня. То есть, когда мы уже просыпаемся буквально. Особенное сообщение, оно придет немного необычным методом. Оно где-то посередине приходит. Давай. Вот, оно пришло. Оно пришло. Давай. Время. У меня таймер показывает, что я закончил 20 минут ровно. За секунду. Ладно, это все равно нелегитимно, потому что я использовал читы. Поэтому, ну, да. Я использовал читы, я... в принципе, если я бы клубник забыл, то было бы все лучше. Да, наверное, стоит на этом начать прощаться. Ну, я прощаюсь только на этот ран, потому что сегодня я закрываю день с игрой Red Aliens. Я жду всех там, потому что я буду показывать... я буду проходить игру дважды. Сначала я буду проходить с довольно хардкорной, сложной категорией, а потом буду показывать довольно сломанную категорию. То есть, ну, буквально всю игру сломаю. Поэтому приходите, я вас жду. Это был Slime Range. Это был не самый хороший ран. Я рад, что уложился в estimate. Всего на секунду. Я очень рад. Это был очень сложный estimate для меня, поэтому всем спасибо.